Друзья, ну а вначале хотел бы попросить вас поставить лайк этому видео, подписаться на канал, а также заглянуть в группу ВКонтакте и написать любой комментарий под этим видео. Друзья, стараюсь для вас, собираю модпаки для вас. Меня зовут Михаил, вы на канале Бульдозер 221, всем здравствуйте. Друзья, и вашему вниманию модпак, который я собрал специально для вас, и загружу его опять же на Google диск. В общем, здесь не только комбайны СССР, здесь также комбайны Белоруссии, Украины, ну и в общем стран бывшего СССР. Также, друзья, присутствуют кормоуборочные комбайны и вот такой вот прицепной комбайн, тоже кормоуборочный, который цепляется к трактору и можно собирать, в принципе, силосы, также еще какую-то траву, я не знаю. Я его не пробовал, кстати, друзья, если попробуете, напишите в комментариях, как эта штука работает. В общем, друзья, надеюсь на вашу активность, надеюсь, что будете ставить лайки, подписываться на канал, заглядывать в группу ВКонтакте. Дальше, друзья, мы продолжим, в частности, попробуем с Алексеем собрать для вас все имеющиеся плуги СССР, ну и так далее, в общем, для обработки почвы. Затем же последует, значит, модпак из грузовиков, модпак прицепов для грузовиков и так далее. Друзья, все для вашего удобства. Ну, а у меня на этом все. Качайте, друзья, пробуйте в игре, пишите в комментариях, что, как, где, почему. Всем, друзья, хорошего настроения, всем добра, берегите свое здоровье и всем пока.